Новый год – любимый праздник для многих, поэтому севастопольцы постарались создать новогоднее настроение в городе. Заявки на участие в конкурсе, объявленном правительством Севастополя, прислали индивидуальные предприниматели и крупные магазины, государственные учреждения, учащиеся Севастопольской художественной школы, коллектив детского сада. Мы все понимали, что городу, конечно, не хватает праздничного оформления. И сделать все это за счет денег правительства, за счет денег бюджета невозможно. Но праздник один, город один, и мы все по мере силы возможностей должны сделать так, чтобы вот такие, такие праздники, как Новый год, как Рождество, они, когда все отдыхают в течение длительного периода времени, они, конечно, вот настроение создавалось на каждом шагу. Лучших выбирала специальная комиссия. В нее вошли представители правительства, законодательного собрания, общественной палаты, приглашенные эксперты. Награждали в торжественной обстановке. Дипломы вручены всем участникам и победителям в номинации за самое стильное оформление, оригинальный элемент фасада, украшения, сделанные своими руками, за праздничное настроение в дороге. Среди награжденных Севприроднадзор, Севэлектротранс, ресторан «Барин», магазин «Подарки», гипермаркет «Новоцентр», детская художественная школа и детский сад номер 113. Стали победителями. Очень рады этому и будем с радостью участвовать в других конкурсах и побеждать. Юлия Ефремова, Анна Леготина, Святослав Данилов, Андрей Вовк. Информационный канал Севастополя.